Я папа Длинные Ноги. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, и тогда ты будешь получать одни пятерки. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышло много крутых мультиков про аниматроников и Хаги-Ваги. Например, «Мама Длинные Ноги против диджея». Кто же сильнее, аниматроник или королева Хаги-Ваги? Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. О, превосходно! Я ощущаю в себе столько новой силы! Повелитель прокачал меня, и первым заданием он приказал расширить ряды его армии. Сказал захватить некоего... Папу Длинные Ноги! Он вроде как у Хаги-Ваги сейчас новенький появился. Да, я не подведу моего господина Блоба. Он дал мне еще возможность заражать других вирусами. Я тут с аниматрониками подготовил небольшую ловушку. Эти антенны 100 раз усилит мой сигнал с вирусом, и я смогу обездвижить Папу Длинные Ноги, а потом вселиться в него и заставить его стать новым слугой Блоба. Ладно. Сейчас эти антенны наверняка привлекут какого-нибудь Хаги-Ваги. Ну, желательно 2 или 3. Парочку убью, 1 отпущу. И сюда непременно прибежит папа разбираться, что за дела. И тогда... Ладно, пока что спрячусь. Вау, ух ты, братишки, смотрите! Это какие-то антенны, что ли, торчат? Или что это такое? Да-да-да, я не знаю, что это за штуковина, их здесь раньше не было. Как-то все это подозрительно. Да, как-то странно, какие-то антенны резко в лесу появились. И недалеко от нашего поселения. Ну, я думаю, в принципе, ничего страшного, хотя... Нашему папе Длинные Ноги, нужно доложить. Да и маме, я думаю. Ну, сейчас вроде мама куда-то отошла. Папа сейчас главный в поселении, не забывайте. Поэтому папе все нужно доложить. Да, ты прав. А ну-ка, подождите, братишки, сейчас пойду осмотрюсь. Что это за шум? Что? Что это такое? Какой-то огромный зубастый монстр! Надо убегать! Помогите! План сработал! Отлично! Он так идеально от них отошел! Забил на его глазах его братишек! Он точно расскажет об этом кому-нибудь! И сюда обязательно придет кто-то сильный! Либо мама, либо папа, неважно. Я обязательно кого-нибудь из них захвачу. Ну, лучше, конечно, папа. Но господин хотел именно папу Длинные Ноги. Ай-яй-яй-яй, страшно, страшно. Папа, 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 папа. Что такое, сыночек? Что ты такой перепуганный? О, и где твои братья? Ты же вроде не один ушел. Ты нас всех отправил на задание. Всех по разным заданиям. И ты нам сказал, чтобы проверили, что там за какой-то сигнал странный с той стороны нашего поселения. Ну и мы туда пришли, а там выпрыгнул у нас какой-то огромный монстр, то ли робот какой-то, зубастый такой страшный, и убил всех моих братишек. Что? А я убежал. Моих детишек кто-то убивает. Так, ты говоришь, это там, на севере, где эти странные сигналы, да? Да-да-да-да-да, какие-то сигналы там, там, кстати, какие-то антенны появились. Ладно, сынишка, оставайся тут. Если я задержусь и к тому времени вернется мама, то скажи ей, куда я пошел. Хотя я думаю, сам справлюсь. Ох, негодяи какие-то на Хаги-Ваги нападают. Сейчас я разберусь. Да, хорошо, папа. Так. Вот этот сигнал. Что происходит? Он на меня как-то влияет сильно. Вот это сигнал. Я что-то пошевелиться не могу. Что это такое вообще? Ну и сигнал. Так, ладно, сейчас я смогу пошевелиться. Ха-ха-ха-ха! Больше ты ничего не сможешь. Что? Какой-то аниматроник. Сейчас я присоединюсь к тебе и начну заражать твою голову вирусом. Новая программа от Блоба должна помочь. Скоро у тебя будет новый хозяин. Нет! Это я, защитник Хаги-Ваги! Я не позволю вас больше... Где это мы? Мы в твоем подсознании. И я постепенно начинаю захватывать его. Что? Нет, я тебе не позволю захватить мое подсознание.
Я буду сражаться за него. Ну удачи тебе. Хотя тебя уже ничто не спасет. Скоро у тебя будет новый хозяин. Я выкину тебя за грани моего подсознания. Нет, у тебя ничего не получится. Все у меня получится. Получай. Стоп, что-то происходит. Что ты делаешь? Ты увеличиваешься? Да. Я становлюсь сильнее, захватывая твой внутренний мир. Ха-ха-ха-ха-ха. Лучше сдайся добровольно. Нет. Мои ячейки данных. Нет, что ты с ними сделаешь? Нет. Я, кажется, проигрываю. Нет. Ну все, вот и настал твой конец. Как жалкого повелителя Хагиваги. Теперь ты станешь слугой великого Блоба. Нет, ты не можешь закончиться так. Дорогой, мы справимся вместе. Кто это? Мы справимся с ним, дорогой. О, мама, длинные ноги, ты здесь, ты пришла мне помочь. Да, я подключилась к тебе. Я помогаю тебе защищать данные, сражайся с ним. Хорошо, дорогая. Я слабею. Эта программа не рассчитана на борьбу против двоих. Дорогой, сейчас я тебе помогу, мы с ним справимся. Да, дорогая, давай, в атаку. Получай, поганый диджей. Я слабею. Поганые. Как же вы меня раздражаете. Вы все равно будете служить Блобу, оба. Ну что, одолею тогда вас сразу двоих. Нет, ты с нами не справишься. Да, мы одолеем тебя. Нет. Кажется, я слабею. Она защищает данные. Нет. Что происходит? Это не твое подсознание. Проваливай отсюда. Нет. Я не могу разочаровать повелителя. Нет. 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 Спасибо, дорогая. Если бы не ты, он удалил меня. Ну что, таракан? Сейчас я тебя раздавлю. Нет, не надо, нет. Хэшки, ребята, всем привет! Ну а с вами снова я, Слэйкмаст, и, конечно же, Дарк. И сегодня мы, ребята, решили устроить еще одну новую битву. Сегодня, ребята, диджей стал кошмарным диджеем. Его прокачал Блоб-аниматроник. И он сегодня будет сражаться сразу же против двух длинноногих Хагиваги. А именно против папы и мамы длинные ноги в игре под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Ребята, в предыдущей серии папа длинные ноги победил обычного диджея, но сегодня диджей стал более сильным, он стал, ребят, кошмарным, да, появилась его новая кошмарная версия, и, ребята, он решил взять реванш. Но вы, ребятки, вы помните то, что кошмарная версия просто невероятно сильная, и она одолеет практически кого угодно. Поэтому папа длинные ноги вместе с мамой длинные ноги сегодня, ребят, будут сражаться против кошмарного диджея. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк. Если вы, ребята, хотите больше роликов про папу и маму длинные ноги, про диджея, аниматроников и разных хагиваги, то давайте мы, друзья, наберем на этой серии 10 тысяч лайков. Да, ребят, поддержите эту серию лайкосиками. Ну а мы прямо сейчас же приступаем к этой просто легендарной битве и посмотрим, кто же, ребят, сильнее. Один кошмарный диджей или же двое папа и мама длинные ноги. Погнали! Ну что, ребята, давайте мы немножечко освежим память. Давайте сначала мы выставим всего лишь одну маму длинные ноги. Да, ребят, во-первых, она будет всего лишь одна, во-вторых, она будет без папы. Никакой, ребят, поддержки не будет, ни в виде второй мамы, ни в виде папы. Вообще, да, ребят, сейчас будет битва один на один, кошмарный диджей против мамы длинные ноги. Готовы, ребята? Раз, два, три. Сейчас, ребята, освежим давайте память, посмотрим, насколько сильный кошмарный диджей. А он реально, ребят, очень-очень-очень сильный. Я думаю, вы, ребят, помните по предыдущим роликам. Так. Вот все, ребят, видите, да? Кошмарному диджею мама длинные ноги даже не донесла урона, капец. Ну что, ребятки, теперь папа длинные ноги. Раз, два, три. Так. Во, бьет. Даже, друзья, нормально не подпускает его. О, молодец. Ребят, у папы длинные ноги довольно-таки такая читерная способность. То, что он может бить, прям видите, издалека. Благодаря его очень-очень резиновым рукам. Слушайте, кошмарный диджей настолько сильный? Дарк, ты это видел? Да. Что это, ребят, сейчас было?
Причем, ребят, смотрите, у нас урон реально стоит не особо большой. Ну что, ребят, реванш. Мы только что папе длинные ноги увеличили ХП, да, увеличили его здоровье. Раз, два, три. Так, 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 так. О, смотрите, ребят, бьет. Пытается не подпускать кошмарного диджея. Так, 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 так. Интересно, ребят, надолго хватит кошмарного диджея? И это он, ребят, только если что в первой форме, в первой стадии. Вторая стадия, когда он разозлится, когда он весь светится красным светом, намного, ребят, опаснее, страшнее и сильнее. Прям, ребят, смотрите, папа длинные ноги реально прям берет и не подпускает диджея. Так, вот, удар за ударом. Ребят, диджей даже не успевает урона досить, он даже не успевает подползти, чтобы нормально ударить. Даже, по-моему, в принципе, чтобы ударить. О, подполз. Но, ребят, папа сам виноват, он его загнал в угол, и диджей уже просто-напросто некуда бежать. И поэтому он теперь может бить папу длинные ноги. Так, ребят, ну что тут? Смотрите, у того половина хп, у другого. Ну, конечно, по-моему, диджей, ребят, посильнее, кстати, будет. И это при условии, что мы еще его и прокачали. Сделали ему побольше хпшечки. Ну, ладно, в принципе, ребят. Я думаю, нормально, ничего страшного. Да, мы папу прокачали. Да, ребят, папу взяли, прокачали. О, кошмарный, ребят, диджей перешел в максимальную форму. И смотрите, реально они, ребят, дерутся, и диджей, друзья, побеждает. Хорошо, ребят, теперь сейчас давайте будет и папа, и мама длинные ноги. В одной команде они будут сражаться. Ну что, ребятки, теперь и папа, и мама длинные ноги. Раз, два, три, битва, друзья, начинается. Так, 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 о. Смотрите, ребята, вдвоем. Пытаются, ребят, видите, вдвоем его забить. Так, 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 так. Серьезно? Мама уже бидус, мы так не договаривались. Мы, ребят, думали то, что мама поживет подольше. Много урона тоже донесет. Но в итоге снова, ребят, папа остается отдуваться один. Мне кажется, ребят, битва сейчас долго не затянется. Диджей, не забывайте, сколько сильный. Все-таки, походу, сейчас он уработает папу длинные ноги. Потому что мама длинные ноги даже особо урона не нанесла. Ох, ребят, видели, какой поджопник такой прям дал, да? Папа длинные ноги. Прям по пятой точке ногой ему дал. Так, ребят, диджей, смотрите, пытается подойти. Но, кстати, даже уже, ребят, один папа длинные ноги его неплохо так пинает. Постоянно его отталкивает, отбрасывает. И, ребятки, диджей все равно побеждает. Хотя он неплохо так, ребят, да, был покоцан, смотрите, до половины хп. Ну что, ребят, давайте будет целых 5 мам длинные ноги, 2 папы длинные ноги и всего лишь один кошмарный диджей, так еще и с половинкой всего лишь здоровья. Готовы, ребятки? Раз, два, три. Так, 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 о. Смотрите, ребят, просто огромная толпа напала. Во, минус уже одна мамка. Так, 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 капец, ребят, забивают, мне кажется, диджей они забивают. Ну, по крайней мере, должны. Так, сейчас, походу, ребят, мамки быстро отлетят. А то, видите, сейчас диджей прямо на них уже и сфокусировался. Их сейчас он и будет уже бить. Ну, кстати, нет. И папа, и мамы так много, ребят, бьют, что диджей даже не успевает ударить по мамам длинные ноги. Забивают, забивают. Да, ребят, смотрите, забивают. Он даже уже ничего не может сделать. Он уже нормально даже пошевелиться не может. О, давай, давай, диджей. Ребят, диджею реально очень-очень сложно, видите, противостоять такой огромной толпе. Он всего лишь забил одну мамку длинные ноги, и все остальные 4 продолжают довольно-таки легко сражаться. Потому что тут два бати теснит, смотри, они просто меня подпускают по очереди своими шлангами. Да, ребят, видите, такие прям длинные руки шланги высовываются, да? Такие, знаете, ребят, резиновые руки какие-то у них, супер, которые растягиваются. О, забили, ребят, такой толпой реально взяли и забили диджея. Обалдеть. Ребята, давайте мы еще строим битву 2 папы длинные ноги против кошмарного диджея. Мы уже, ребят, устраивали битву, где было много-много мам длинные ноги, там и 10, и 20 против кошмарного диджея. И мамы длинные ноги проиграли кошмарному диджею. А вот, ребят, интересно, что же будет, если 2 папы длинные ноги будут сражаться против одного кошмарного диджея. Один на один папа не победит кошмарного диджея. А вот, ребят, интересно, что же будет, если будет битва 2 на 1. Ребят, видите, новый фуловый, то есть фул хп у нас диджей. Пока что в первой его стадии. Раз, два, три. Двое пап против одного диджея. Так, 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 так. Видели, ребят, сколько нужно было ударов в той огромной толпе, да? Там, ребят, было 5 мам длинные ноги. Хотя первая очень быстро отлетела. Так что считайте, 4 одновременно урона наносили. И двое пап еще длинные ноги. То есть, ребят, реально нужно было очень-очень много ударов, чтобы победить кошмарного диджея. И этот, ребят, еще был покоцанный.
То есть и факт то, что он, ребят, проиграет, если он будет фуловый, как сейчас. Папы, конечно, утеснят. Видите, да, отталкивают, постоянно отбрасывают ударами. Прям не подпускают его к себе близко. О, ребят, смотрите, диджей перешел в максимальную форму, немножечко застрял, залагал. Все окей, ребят, нормально, продолжается эта уже битва. Мы его достали из-за пределов карты. Так, ну что, ребят, интересно, реально, что же будет? Папы, кстати, уже покоцанные, да. Диджею при этом, ребят, не нужно прям супер много ударов, чтобы одолеть одного папы длинные ноги. При этом даже сколько бы там ни было хп у кошмарного диджея, все равно он, ребят, победит, если он буквально уработает одного папу длинные ноги. Ребят, смотрите, они реально его не подпускают. Так, давайте поближе, во. Так, 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 так. О, снова, ребят, смотрите, отбросили. Такие у них длинные, да, резиновые какие-то руки, какие-то шланги, ребят, да, с перчатками вытягиваются. Так. Отлетает кошмарный диджей далеко куда-то. Папы нападают на него. Кстати, получается, что диджей такой квадратноголовый какой-то, да? Что папы длинные ноги тоже какие-то квадратноголовые. По крайней мере, квадратно-тельные какие-то. У них, видите, ребят, вместо тела реально какие-то квадратные такие блоки. А у диджея, получается, голова квадратная, тело, наоборот, такое более округлое. Так-так-так, ребят, на самом деле, очень долгая битва, они прям реально так вот долго забивают. Ты видел, они им сейчас футбол сыграли. Да-да, видел, буцали его, капец. И он их не может убить, потому что не может к ним нормально подойти, чтобы их нормально так подамажить, да, нанести много урона. И они его тоже, ребят, не могут быстро убить, потому что у него очень много здоровья, плюс еще регенерация довольно-таки мощная. И он, ребят, постоянно еще движется, тоже пытается атаковать. Короче, ребятки, для них это тоже просто кошмар. И в итоге, смотрите, ребят, папы длинные ноги все-таки побеждают, забивают его. Потеряли они, ребят, при этом по половине или даже больше половины хп. Короче, ребят, чтобы победить одного папу длинные ноги, нужно всего лишь одного кошмарного диджея. Но чтобы уже победить двух пап длинные ноги, тут уже одного кошмарного диджея не хватает. Он хоть и очень-очень хорошо сражался, но он, ребят, не может не подойти. У диджея, наоборот, ближняя атака, а у пап длинные ноги, наоборот, дальняя атака. Поэтому, ребята, тут нужно какое-то подкрепление, хоть каких-то аниматроников. Ну и, в принципе, да, ребята, такая у нас сегодня обалденная серия вышла. Сегодня, ребят, папа и мама длинные ноги. Вот, ребята, папа. Вот, ребятки, у нас мама длинные ноги. Сражались против ужасного, кошмарного, вот такого Nightmare DJ Musicman. Или же, да, ребят, кошмарного диджея. Сегодня, ребят, сражался самый сильный кошмарный аниматроник в DAV9 Security Breach. Это, друзья, кошмарный диджей сражался против самых сильных персонажей из игры Puppy Playtime. Это мама длинные ноги и сильнейший папа длинные ноги. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк. Сегодня, ребят, все равно побеждает диджей, кошмарный диджей. Хоть все-таки его двое пап завалили, но, ребятки, это уже немножечко нечестно, когда их двое. А диджей один на один побеждает папу длинные ноги. И он даже, ребят, побеждает, если будет мама и папа длинные ноги вместе против кошмарного диджея. Все равно, ребят, кошмарный диджей победит. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк. Вот такая у нас сегодня офигенная серия получилась. Такой, ребят, обалденный эксперимент. Ну а с вами был я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. До встречи, ребята, в новых роликах. Всем, ребят, удачи и всем пока-пока. Всего хорошего, ребята.